переберутся в трубу или история с рынком получила свое продолжение. Напомним, что недавно глава Серпухова Дмитрий Жариков встретился с инициативной группой уличных торговцев подержанными вещами. Городоначальник пообещал, что вскоре они смогут переехать с улицы в теплый павильон, и стихийный блошиный рынок прекратит свое существование. Но с оговоркой. Если кто-то из вас будет торговать там излишками белорусской продукции, либо отрезами ткани в рулонах, мы с вами всякий разговор прекращаем. На очередной встрече с главой города торговцы подали документы для оформления специальных удостоверений. Их изготовят уже к четвергу. В тот же день они заключат с руководством договор безвозмездного пользования, а в пятницу смогут продавать подержанные вещи в оборудованном павильоне. Руководство приняло решение, что разместив людей, которые бегают по городу, не знают, как им пристроиться, но тоже жалко. Мы все люди и понимаем, что старость у нас сейчас не очень обустроена.